Так, ребята, всем привет, с вами канал 24, сегодня мы, очень интересная такая новость, в плане того, что мода, да, сегодня мы будем, расскажу вам очень про интересный, даже это не новость, это мод, да, на самом деле это мод, да, вы уже его сразу видите. Есть, ребят, под 1.42, под 1.42, под 1.43 у нас навигационная панель в плане, не навигационная панель даже, а навигация, которая, да, F7 и так далее, где вы сбоку у вас там оно висело и так далее, так далее, так далее. Где вы там переключаетесь, отмена всего этого. Есть модик у нас, который можно сделать в плане, сейчас видите на экране. То есть мы можем сделать, чтобы у нас... был посередине, и плюс то, что навигация сразу у нас здесь. Сообщения, деньги, километраж, передачи и так далее. То есть время и плюс, соответственно, заправка. Ну, вы поняли. И плюс навигация сама, чтобы есть. Соответственно, насчет F7 и так далее, то есть все это как будет переключаться. Если мы берем F5... Соответственно, все это, вот, пожалуйста, карта переключается без всяких проблем. То есть мы можем вот сюда посмотреть, куда нам, а вообще нам пофиг. Можем хоть сюда смотреть, у нас карта, она будет и будет поворачивать. Не надо вот это F3, пока нажал, потом убрал. Все, оно сразу здесь, пожалуйста, без всяких проблем. F6, задание отсутствует. Пожалуйста, можете поставить. Дальше вы поставить можете, пожалуйста, ездить и смотреть на ущерб сразу же. Отмена груза. Либо сообщения читать и так далее, и так далее. То есть вы можете так поставить. То есть на как цвет и вкус. На E2, которые зеркала, пожалуйста, ставятся. Они очень маленькие и, пожалуйста, не мешают. Если вдруг что, вы не любите. Я, допустим, я люблю, ну, бывает, пользуюсь зеркалами, которые вот так чисто на руле переключаю и, соответственно, без всяких проблем. Очень редко в этих случаях я использую данные. Именно такие маленькие. Стандартные самые, вы помните, да, что они здоровые, такие висят, там вот аж плямба вот такая. И ты пока увидишь не это. Здесь маленькие, в принципе, не нормально. Но это не весь вариант, ребят. Соответственно, кому не нравится, чтобы это было снизу, есть сверху. То же самое, есть сверху. Соответственно, сейчас я все это покажу. Так, ребят, ну я чисто так быстро, как говорится, для вас... Как-то быстро, а для меня вот тоже немедленно. Короче, суть чего. Теперь, если, допустим, у вас снизу вам не нравится, вы можете поставить, пожалуйста, все это сверху. Но вот здесь будет, да, вот именно, что вот так вот будете есть, допустим, и снизу все будет видеться. Кому сверху? Допустим, мне было бы проще снизу сделать. Мне бы снизу, мне вот эту голову поднимать тоже как-то, ну... В принципе, снизу сделал, у тебя все сразу видно. Сразу. Тут на цвет и вкус. Кому как нравится. Соответственно, эта вещица реально прикольная. В моде, когда вы установите архив, распакуете, там будет два у нас файла. Как узнать, какой именно вам нужен, я в описании просто, там будет на английском, я в описании вам просто, как грубо говоря, напишу перевод, да, то есть вы увидите все, как это расшифровывается и так далее. То есть увидите, что вам нужно, сверху или снизу. Вот. Оно, в принципе, в моде, когда установится, все видно, будет видно сразу. Ну, в принципе, может быть, так посмотрим. Вот. Поэтому, ребят, если кому интересно, в принципе, смотрите. Мне, допустим, интересно, когда она будет снизу, вот эта навигационная панель, да, и сразу видно. Вот это мне нравится, то, что реально была такая вещица. В плане всего вот этого можно было... добавить, да, то, что под старые версии были, да, там где-то вот именно что снизу так вот и сверху бывало, типа моды тоже, по-моему, а этот раз, в этот раз почему бы не использовать, ну, на самом деле, как бы прикольно, когда ты едешь, да, то есть без всяких, допустим, мы проедемся, все, пожалуйста, все видно, без всяких, прям вообще четко, можем сюда мышкой покрутить, да, то есть все видно и... Можем убрать вот так вот. Можем добавить чисто. И все тебе сразу видно. Навигационную панель сразу видно. Километраж плюс время. Все это, пожалуйста, есть. Блин, ну на самом деле это классно. На самом деле это классно. И использовать для мода, для стримов и особенно. Это вообще прям топчик. Реально топчик. Тем более не оно видно сразу. Сколько километраж у нас и так далее. То есть сколько мы едем, на какой передаче и так далее, и так далее, и так далее.
Вот, ребят, все ссылки будут в описании. Какой вам нужен навигационная панель, так сказать, навигация, да, снизу или сверху, я все распишу внизу. Соответственно, там все будет использовано. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, не забывайте о канале 24. Люблю, целую, увидимся на видосах и стримах.